Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня мы в магазине Светофор. Давайте посмотрим, что новенького завезли к нам. Итак, водородный грунт. Секреты роста универсальный 60 литров, 133 рубля. Ну, в прошлом году что-то наподобие было. Но он такой плотный, прессованный. Вот много-много здесь завезли. То есть все завезли к дачному сезону, к началу. Ну и пока еще у нас зима. Смотрите, есть снегокат 1189 рублей. Он рассчитан до 100 килограммов нагрузку выдерживает. А также смотрю, семена новые разложили. Вот, допустим, набор урожай без хлопот. 5 штучек здесь. И есть и горох, кабачок, салат, дайкон, редис. Так, цена таких сборов 14 рублей. Они наборы разные. Набор вкусный. Баклажан, кабачок, капуста, огурец, томат. Томат, солт, цедар. Тут указано даже вот какие здесь семена. Так, и еще набор урожай без хлопот. Горох, но это то же самое. Тут пока вижу два наборчика, но если посмотреть, возможно, тут их больше. Еще одна новиночка. Удобрение куриный, перегной, гранулированный. 2 килограмма 64 рубля 50 копеек. Идет в упаковочках. Комплексное органическое удобрение. Азота, фосфорное и калийное. Зеленое мыло плюс экстракт пихты. Это что-то новенькое. Мы каждый год берем зеленое мыло. Здесь с экстрактом пихты. Два в одном. Средство защиты садовых растений. 1 литр. 79 рублей 50 копеек. Очень удобный распылитель. Пластиковая бутылка. Корневин. Стимулятор образования и роста корней. Корневин 5 пакетиков по 10 грамм. 71 рубль 50 копеек. Рассадники. Вот размер. Цена. Это они идут. Рассадники. И поддон. Торфяные горшочки круглые. 34 рубля 40 копеек. 20 штук в упаковке. Такие вот упаковочки. Вот они выглядят. Вот размеры. Удобрение органическое. 99 рублей 90 копеек. Ну, по сути, здесь 100 рублей 5 литров. И также антисептик. Пропитка для дерева. 177 рублей. Тоже 5 литров. Зеленый свет называется. Светильник для растений 60 сантиметров, провод с вилкой в комплексе 227 рублей. Вот так вот лампа она выглядит. Если она будет розовый свет, я думаю. Ну, частенько включаем весной, потому что весной у нас, да и зимой уже кто сажает, очень мало света. И растения страдают от недостатка света. А вот такие лампы они выручают. Лента бордюрная садовая, высота 10 сантиметров, длина 9 метров, 99,90. 100 рублей. Укрывной материал спанбонд, 60. Вот информация. Черного цвета, 10 метров, 159 рублей. Ну, довольно-таки большая упаковка. А также есть пленка. А, нет, это укрывной материал спанбон, только белого цвета, 10 метров, секреты роста. А, большая упаковка. Шланг поливочный, 329 рублей, трехслойный, военный называется, армированный, 20 метров, 329 рублей. Удобрение, борная кислота. Такой пакетик. 50 грамм, 38,50. Газ для портативных приборов 47 рублей. Такой газ. Имеются в продаже стульчики по 562 рубля. Кухонные они на металлической основе, мягкие. И по 999 интерьерные, красные и черные. Были еще белые.
Смоклеющаяся пленка, 182 рубля. Вот есть красивые сюжеты с подсолнухами. Также под цвет дерева. Говорят, что они очень тоненькие, 8 метров. Ну, наверное, нужно на хорошую поверхность белую клеить. А также посмотрите, какие красивые столы по 1399 рублей. Тоже металлические ножки. И сама столешница, вот эта вот светло-белая, очень красивая. Но есть еще вот такие темные, под цвет дерева, как орех. Белых вижу только два. Два, что ли, только стола белых. А также есть для занятия спортом ролик для пресса. Идет в коробке, коврик в комплект входит, 198 рублей. Коврики для фитнеса, размеры 198 рублей. А также есть стол откидной 799 рублей. Так вот размеры, вот цвет. Светлый. Палки скандинавские, я уже говорила, что очень классные, хорошие. Регулируются по размеру необходимому. Также здесь колпачок снимается, и там есть штырь. Панель 76 рублей. Но это вот это вот. Да, вот ее можно наклеить под камень. Тут очень красивый рисунок. 259 рублей набор ковриков в ванную комнату. Вешалки. Вот эти вешалки очень классные. Они в наборе идут 10 штук. 113 рублей. Антискользящие. Вот эти контейнеры тоже классные. Они жаропрочного стекла с крышкой. До 300 градусов выдерживают температуру. Объем 650 миллилитров. Цена 158 рублей. Ну и белоснежная посуда. Она здесь всегда имеется. Люминар, копаловое стекло. Цены вот доступные. Так, еще блендер. Блендерный набор 812 рублей 90 копеек. Чаша, насадка есть, венчик, блендер с лезвиями, с нержавеющей стали. Так, такие характеристики. Давайте посмотрим, мощность 400 ватт. 10 килограмм. Моторный блок. Ну все тут вот описание, пожалуйста, вот можно почитать. Открытого блендера нету. Все в коробках здесь сложено. 153 рубля моточки шерсти можно купить. Она полушерстяная. 40% шерсти, 60% акрил. 250 грамм. Очень красивые цвета. Такой серый красивый. Светлый есть. Выбор еще есть. Ну и посуду вот эту я уже показывала. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Очень много подробных обзоров. Ковш с крышкой нержавеющей стали. Сковороды по 679 рублей. Есть рифленая поверхность внутри, а есть вот такая гладкая. Можно выбрать, какую вам необходимо. Простыни по 351 рубль. Они трикотажные, хлопковые, хорошего качества, 100% хлопок. Размеры есть 180 на 200 и 20 высота, и есть 160. Цена одна. Полотенце кухонное по 29 рублей. 30 на 50 сантиметров. Скатерть с рогожкой 145 рублей, 150 на 150 сантиметров квадратная. И вот эти полотенца вот с оливками очень нравятся. Мне красивые, хорошего качества, хлопчатобумажные. Здесь два полотенца 30 на 60, 139. Ну, 140 рублей каждое полотенце будет стоить по 70 рублей. А есть бюджетный вариант по 54 рубля. Три штуки здесь 35 на 60 в наборе. 54 рубля 90 копеек. Вафельные. Сумка-шопер из полимерных материалов 3110.
она довольно-таки большая. Светильник пылевлаго защищенный. 149 рублей, он небольшого размера. Вот цена. Очень удобно его размещать где-нибудь в таких помещениях, как в ванной комнате, в гардеробе. Он светит очень ярко, но единственное, что он сильно мерцает. Если в жилом помещении размещать, то вам очень будет мешать вашему зрению вот это мерцание. А вот в таких подсобных помещениях светит ярко и хорошо, и цена доступная. А также есть большие потолочные LED-светильники по 237 рублей на 12 ватт. Вот диаметр 25,5 сантиметров. А также есть светодиодная подсветка 131 рубль. Более подробный обзор у меня предыдущий по светофору продуктов. Но вот покажу только новиночки, что завезли на этот раз. Коктейль молочный. Соковый, 930 грамм, без заменителя молочного жира, 35 рублей 10 копеек. Два вида вижу. Вот розовенький, что-то быстро разобрали, клубничный. Мультифрукты, вот зелененький там один. А, кстати, вот они здесь, наборы, это их много, по сути, внизу. Геркулес 63 рубля, с витаминами, здесь целый килограмм. Хлебцы, ну, вот еще овсяные каши, 24 рубля упаковочка, здесь 5 пакетиков, быстро растворяется, кипятком заваривается, и утром замечательная каша получается у Велка. Но вот эту вот я кашу не брала, 40 рублей стоит. Лапша бобовая, крахмальная, фунчоза 115 рублей, полкилограмма. Спагетти 22,50, тоже полкилограмма, но она темненькая такая. Растительный напиток Майами Вега, 1 литр 77 рублей, 90 копеек, миндальная есть. Так, вот еще микс буренка-молочный коктейль, клубничный, шоколадный. Заменитель сухого молока буренка, 400 грамм, 47 рублей 40 копеек. Йогурт 32,90, 4 штучки. Вот он. Молочный, 2,5% жирности, с клубникой, персик, манго. 37,50 макаронные изделия стаксель, килограмм. Пшено 33,50 килограмм. Сгущенное молоко 77 рублей. Так, сыр плавленый. 113 рублей сыр плавленый. Сливочный. Еще сыр рикотта. 131 рубль. Полкилограмма здесь. Сказали, что вкусный. Такой ассорти. Крем молочный, княжский, любимчик. 365 грамм, 65 рублей. Так, они разные, желейки такие. Кто брал, пишите, вкусно или нет. Я еще не брала. Эрмигут 36 рублей. Коктейльчик 420 миллилитров. Здесь 1,2% жирности. 167 яйцо куриное. 30 штучек. Вот ценник. Ну, такое свеженькое яйцо. Ну, правда, тут расколотое есть. Мясо 189 сегодня. На этом заканчиваю свой небольшой обзор. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Всем буду рада. Всем благодарна, кто досмотрел мое видео до конца. Спасибо вам большое. Подписывайтесь также на второй канал Акварелька Лайф. Всем крепкого здоровья, счастья, любви. Пока-пока.
Thank you.